В прошлой серии я тебя поймал, и я даже могу на тебе кататься. Но не думал, что в этом сезоне мы раздобудем костяную лошадь. Это достаточно редкий моб. Это кто там стоит? А, это Кинг там стоит, господи. Да, дома нету. Вообще кошмар. Надеюсь, никто эту костяную лошадь не убьет, потому что моб этот очень редкий. Очень редкий. Но в этой серии мы будем добывать голову визера для того, чтобы уже скоро, как бы, сороковая, ребята, серия, скоро сороковая уже эта книга, сороковая серия выживания третьего сезона. Я хочу прямо на юбилей убить там визера. Убить визера и что? Ну и как бы все, это будет наш, получается, какой второй босс. То есть первый босс это дракон, а второй босс это визер. Остался у нас только, получается, Варден. Ну и все. А, ну мы еще особняк залутаем, наверное. И залутаем еще этот, как его зовут? Подводный данж можно еще. Ой, ладно, ребят. Всем здорово! Сегодня у нас выживание, третий сезон. Ну что ж, начинаем. Так, а у меня есть этот, как его зовут, господин? Забыл, как называется. Блин, я реально забыл, как она называется. А, щит! Блин, ну что, щита нету? Вы серьезно? Такое управление маленькое, ага. Так, кстати, кроватку. Кроватку я поставлю. Опа, и поставим спавн-поинт. Все, спавн-поинт поставил. Так. Сейчас я спущусь в свой подвал. Я посмотрю, есть ли тут что-нибудь. Так, мне нужен срочно этот щит, потому что мы будем против этих визеров. А вот! Вот, конечно, он не первый свежий, но сойдет, думаю. Господи! Вот, господи, нафиг я испугался! Господи, ты чё меня так пугаешь? Ты чё нафиг? О, да, а вы чё там все так загораете? Я не могу понять. Тихо. Первый, это все же первое. Минус портал в аду. Да пофиг. Так. Ищем этих визер-скелетов. Слава богу. У нас рядом есть эта крепость. Потому что если ее бы не было рядом, то мы бы просто бы не, ну, не добыли бы эти головы. Не, добыли бы как-нибудь в будущем. Так, был убит железный гол. Мне интересно, где находится сейчас Макс. Мне очень интересно. Давай. Бро. Хопа. Ой, нафиг. Ой. Ой, нафиг, господи. Ты че, господи. Я извиняюсь, ребят, что я ору, но они меня пугают, нафиг. Это пипец, господи, вы че, нафиг. Я что-то немного испугался. Даже очень сильно испугался. Господи, да куда мне? Ай, господи, чуть не упал. Куда мне идти? Ай! Господи, меня сейчас эти тут убьют. Простраивайся. А, они же в них чаще в этих бывают. В крепости, самой крепости находятся чаще всего. О, господи. Давай. Опа. Ну, господи, ты что такой косой, когда... Ладно. Хорошо, кот. Если я сейчас сдохну, это будет на твоей вине, Эйфрид. Летов, я нас всех просто не... Давай. Давай. На, давай. На. Да я тебя нафиг не на... Раздражаешь меня. Так, ни одна голова еще не выпала. Мне нужен меч вообще на добычу, по-хорошему. Меч на добычу. Был бы меч у меня на добычу, там, три или... попад, ой. Мало хп! Я не понимаю, да как вы по мне попадаете, я не понимаю! Пока я не добуду хотя бы одну голову скелета, я отсюда не уйду. Я предупреждаю, я отсюда не уйду, так что мне быстро! Дайте хотя бы одну голову, я спро... А, не попал. Где эти скелеты? Я не могу понять. Вас же горой тут было. Порез. Сейчас все собрал. Меня окружили. Классно.
Да, кот, ты сколько там? Лучше бы столько визерских лет спавнилось. О. Вы тупые, да. Счастье, счастье, счастье. Ой. Ну, блин, я понимаю. Круто, у меня сломалась эта фигня. Иди нафиг, господи. Да что ты за мной идешь, а? Господи, 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 господи. Да за мной просто сейчас бежали эти визерские леты. Я сейчас сбежать немного испугался. Так, да? Отлично. Конечно же, ничего нет. Ну, Макс сейчас... Ой. Убил. Отлично. О, эй. Бро, бро, нафиг. 31 кость и 0 голов. Круто. Так, иди нафиг. Ой-ой-ой. Ай. Господи, господи! Макс, ты где, Макс? Господи, нафиг. Доки. Ой, ой. Да нафиг. Да. Голова! Да господи! Давай. Выпала! Выпала! Ты выпонял? Макс, ты понимаешь? Ты понимаешь? Выпала первая! Башка выпала! Наконец-то! Господи, спасибо вам, господи! Поздравляю, да, спасибо. Первая башка есть, все прекрасно. Все уже хорошо, уже результат. Четыре. Плохо, плохо, плохо все. Ой. Так, живи. Господи, ай, ай, тихо, господи, я опять чуть не обосрался, потом я упал. Так, первая голова есть, уже хорошо. Меня Макс, вы понимаете, меня Макс оттолкнул. Меня оттолкнул Макс вот этой фигнёй и... Ну, кит начинает строить дом, окей. Макс меня отталкивает, и я просто к ним попадаю. Господи, за что? Первая башка есть. Отлично. Спасибо. Не, ну хотя бы одна башка есть. Это уже результат, понимаете? Это уже хорошо. Ну ты больной какой-то нафиг. Я испугался. Просто вижу, какой-то бабах происходит, даже не понял. Так. Офигеть там опыта, посмотрите на это. Господи, охренеть. Охренеть тут опыт, ой. 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 О, сдох. Так. Опа-на. Ну чё, дружбаны? Привет, ой. На. Так, выпало? Не выпало. О, господи. Тихо. Не! Выпало? Не выпало, круто. Так, в кавычках. Здесь, прилетело мне, и я сейчас сдохну. А, нет, я не сдох. Редкость. Тихо. Так. Да я, господи, он не помешал поставить блок. Все, последняя еда у меня. Это у меня просто, это пипец. Это просто ужас какой-то, это просто кошмар. А, господи, нафиг! Так. Тихо. Тихо, бро. Так, не выпало. Хорошо. Не, ну зато сейчас опыта нафармим.
тоже круто, тоже полезно. Так. Оп. Прячемся. Кушаем. Кушаем. Тупой. Так, где? Видел, вижу, вижу, вижу одного. Одного вижу. Выпало? Не выпало. Мне эти мечи падают, они такие бесполезные, на самом деле. Так, давай. Не выпало. Хорошо. Опа. Так. На. Это... О, господи. Выпало? Не выпало. Ой, здравствуй. Выпало, давай. Не выпало. Блин, напоследок бы так красиво было. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока. За кадром мы еще обязательно добудем эти головы. Так что, всем удачи и всем пока-пока. Ссылка на мой телеграм в описании. Там вся информация. Всем пока.